Всем здорово, ребята, с вами как всегда Никас, и добро пожаловать в новое видео. Сегодня 13 декабря и скоро каникулы. Да, зимние каникулы наконец-то свершилось, я начну делать видосы. Ну а сейчас вас хочу попросить о маленьком одолжении. Я в группе Discord уже скидывал, многие знают, что нужно придумать название для группы. Потому что мы собираемся открыть собственную строительную группу. Создам отдельные группы в Дискорде, в ВК и в Роблоксе. Вам не послышалось, я в Роблоксе тоже хочу создать группу по строительству, чтобы от лица группы выпускать игры. И посоветуйте мне, пожалуйста, название для группы. Просто я уже какой день пудрю мозги. И я просто не знаю, какое уже можно нормальное название придумать. И поэтому прошу вас. Я всех обязательно отмечу, что вы тоже прислали название для группы на стриме. Когда стрим будет, даже не спрашивать, я сам не знаю, число, день, дату сказать вообще не могу. Поэтому пишите, каждого отмечу, кто понравится больше. С тем мы, может, даже пообщаемся, слушайте. Так что вот такое заманчивое предложение. Ну а тогда сейчас вам всем приятного просмотра. И первое, как вы могли заметить, что у нас добавилось в Роблоксе, это вот такая вот иконка Робоксов. Также у нас здесь полностью изменилось. Давайте перейдем в премиум. В премиуме, как вы можете видеть, у нас изменилось тоже вот это, вот это. И раньше было BS Club, теперь у нас премиум Roblox. Roblox премиум. Мне кажется, стало гораздо хуже. Мне кажется, BS Club был лучше. Значит, остается такой же догадкой, что же будет с робоксами. Исчезнут они или нет? Будет ли у них другое название или нет? Я это тоже не знаю. Будем молиться, чтобы они также остались робоксами. Если робоксы уберут, то Роблокс тоже, наверное, переименуют. Я не знаю, что с ним произойдет. И сейчас самая тогда плохая новость. Йоу, и тут такой прикол, ребята, что теперь весь Роблокс обновился опять. И теперь чат у нас стал нормальным. Что произошло, я не знаю. Вот вы просто посмотрите, да? И у меня есть фоточка, сейчас ее, кстати, вставлю вам. Вы можете посмотреть, какой чат был до и какой сейчас. Что такое происходит? Расскажите мне, пожалуйста. Что с вами не так? Почему вы каждый раз меняете чат? Мне кажется, слишком много репортов на этот чат налетело. Потому что мне не видно, сколько здесь у меня теперь типа денег. Фоточка, кстати, есть. Она еще на превью в видосе стоит. И просто оно сокращено. У меня пишет 2 миллиона и 200 тысяч приблизительно. И как вы понимаете, это вообще непонятно, сколько надо будет. И поэтому все закидали репортами этот чат, мне кажется. И теперь чат стал обратно на свое место. Большое спасибо Роблоксу, что он, конечно же, вернул его назад. Если пофиксить этот чат, сделайте его нормально, добавляйте обратно. Только, пожалуйста, добавьте его в самый край. Потому что он раньше выпирал вот настолько и был прямо вот здесь вот где-то. Мне очень сильно не нравилось, как он выглядит. Прям очень сильно. Так что оставьте лучше вот этот. Он гораздо более удобнее и эффективный. А на этом тогда я с вами прощаюсь. Кому понравилось это видео, ставим лайки. Переходим вниз и пишем комментарии. Ну а с вами был Никас. Ну а пока. Пока-пока. Скоро выйдет фильм. Кто ждет лайк?